Я в порядке? Я в порядке? Ну, кроме бессонницы, нервозности. Слушай, не знаю, когда это началось, но я на примитивном уровне думаю, что во мне что-то сломано. Что-то вроде приступа паники. Знаете, словно задыхаюсь. Такое чувство, будто я с ума схожу. И быть героем не важнее, чем беречь себя. Да не герой я, папа. Я не герой, папа. Я не герой. Ты считаешь, он постоянно пьет, он ненавидит работу. Он здесь только, чтобы приглядывать за тобой. Это ты. Это все ты. Я думал, как, черт возьми, мне поднять на ноги этого гиперактивного щенка, который продолжает рушить мою жизнь.